Дорогих наших Данилович, Анатолия Александровича и Галину Владимировну с 30-летием совместной жизни и жемчужной свадьбой поздравляют сестра Реня со своей семьей, брат Генник со своей семьей, братовые Елены, крестник Сергей со своей семьей. Вы путь прошли нелегкий и большой, однако не состарились душой, поскольку старость только тех удел, кто оказался в жизни не удел. Пусть будет длинной и приятной часть пути, которая осталась вам пройти. Здоровья, счастья вам на много лет, успехов новых, радости, побед. И мы надеемся, что мы еще успеем поздравить вас с столетним юбилеем. Чувства бессмертны, и каждый раз без конца мы повторяем слова, мы повторяем слова, что два венца на карете однажды раз навсегда соединяют сердца. На белой карете, на белой карете связали судьбу два кольца, связали столетия любви и долголетие, любви бесконечная да. На белой карете, на белой карете связали два кольца радугой слов, двух голосов, мир улыбнется, счастье даря. Пусть над планетой Земля счастливый голос любимой звучит нам радость даря, звучит любовью горя. Любовь пройдет сквозь года, любовь пройдет сквозь столетия, легендой станет судьба, где на венце два кольца. На белой карете, на белой карете связали судьбу два кольца, связали столетия любви и долголетие, любви бесконечная да. На белой карете связали любовь два кольца радугой слов, двух голосов, мир улыбнет счастье даря. Радугой слов, двух голосов.